потрясно. Это супер. Я обычно не люблю старый репертуар у молодых потенциальных очень хороших исполнителей, но это в данном случае... Ваня, это не старый репертуар, это классический репертуар. Это разные вещи. Вот Иван Дорн возглавляет классичный репертуар старым репертуаром. Что же до сих пор не разумеет? Ты дала этой песне новое дыхание, она звучала очень свежо. Мне твое пение напомнило, знаешь, прекрасное пение соловья. Так красиво щебетала, просто как птица пела. Как, я не, вот, это было очень хорошо, очень-очень-очень хорошо. Я говорю, да. Можно я вас буду звать не Влада, а Чайка? Будь ласка, як вам зручно. Это было настолько открыто. Была весна прямо. Просто цветочки и вот каждым звуком вот расцвели и пахло, и было воздух очень много. Настолько красива моя Чайка. Прекрасно. Конечно, да. Дякую. К нам так редко приходят люди, которые поют опереточный репертуар, что вы как действительно вот такая вот залетевшая к нам Чайка. Я говорю «да». Дякую. В рамках моєї прекрасної леді це майже бездоганне виконання. І я сподіваюся, що ти будеш в тренувальному таборі мене дивувати і далі, і далі. Від мене так. Дякую, дякую. Дуже велике дякую. В таборі буде важко. Що таких платьев. А як буде грузинською мовою чайка, по-грузински чайка? Толієбі. Толієбі? Толієбі. Ух ти, толієбі. Ну що, як враження? Я просто не чекала, дійсно. Так ти ж талановита, чого ж не чекала? Просто в житті так якось складалося, що от удача вона підходила і в останній момент відходила. І я чогось аж. А може сьогодні настав такий день, коли все повинно змінитися? Напевно, що. Ладочка, я тобі цього щиро бажаю. Дякую тобі. Дякую. Гарного вам вечора. Дякую. До побачення. Ось воно щастя. І поки з залаштунками час радості для Влади, у залі час ризику.